Здравствуйте, вы на каток? Да, так, давайте как. Красные тем, кто пришел со второй половинкой, розовые для тех, у кого пока нет пары. Гостей Ледового дворца в Одинцове встречают на входе и вручают им браслеты. На катке перед молодежью выступают спортсмены и танцоры. В завершении официальной части – флешмоб. Мария Владимировна и Станислав Юрьевич 42 года в браке. Свадьбу они сыграли через полгода после знакомства. Сегодня у них две дочери и двое внуков. С молодежью делятся секретом долголетия своего союза. Ну, я как женщина скажу, что взаимопонимание – это раз, обязательно взаимопонимание. Но когда кончается взаимопонимание, включаешь супертерпение. Вот. Ну и, конечно, любовь. Да. В первую очередь, да, наверное. В первую очередь, любовь. Идея проведения ко дню Святого Валентина праздника на льду для молодежи «Лав-каток» пришла несколько лет назад. С тех пор он стал ежегодным. Совместными усилиями его проводят администрация Одинцовского городского округа, общественная палата, представители сторонники партии «Единая Россия», волонтеры и молодежь. Сегодня такой день замечательный, тех 7 влюбленных. Я хочу поздравить всю нашу молодежь. Вот они сейчас за моей спиной. Вы знаете, они такие активные, талантливые, молодые, красивые. Хочется много очень добрых слов сказать в этих адресах. Я думаю, у них сегодня есть такая возможность. Администрация предоставила наш Ледовый дворец для того, чтобы они друг друга могли увидеть. Вновь даже такие сложные погодные условия их не остановили. Я думаю, сегодня прекрасный день. И наши спортсмены тоже молодые люди. Вы знаете, это такая большая дружная семья. Их нужно слышать и понимать. Самая интересная для молодых людей часть праздника – дискотека на льду. Под музыку и соответствующее световое оформление ребята общаются, катаются на коньках, участвуют в конкурсах и пишут друг другу валентинки. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».